Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, Кингенфайр, Гусьдума, Рассовок, Плеймарк, ОлТВ, Дэн, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет, усики. Привет. Карта называется «Хорошая яма». Ну почему-то их тут две, одна большая, одна маленькая. Из пяти кошечек приятного аппетита, и мы начинаем друг друга скидывать в эту гигантскую черную дыру. 3, 2, 1. Выиграет сильнейший. Ой, я знаю, как выиграть, надо просто встать на то место. Ну ты сейчас хочешь? Ну что ты делаешь? Не, ну ты красиво вниз улетел. Так, его же следующего скинуть. Еще один улетел! Ну что ты? Молодец! Офигеть, как красиво, не падает. Ты мне решил скинуть? Я тебя скину сам. Ладно, в эту дырочку тяжело попасть. Но мы сможем. Хотелось бы в какую-то маленькую вот эту дыру скинуть. Вот, например, его. Все, пошел! Щенок улетел! Ребята, осталось 5. 3 человека улетело вниз. А вы так и будете там бодаться? Да. Хорошо, я помогу. Бодаемся. ОлТВ, я тебе сейчас скину. Так, гусанька, сразу видно его вонючие гуси. Щи. А чего вонючие? Ребята, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Смотри, хотел меня скинуть, но не получилось, поэтому я скину сам себя, ну блин! Ну нет! Давайте посмотрим, что внизу. Ух, она глубокая какая! Я могу это прокомментировать. Каша-малаша! Ничего не понятно, но очень интересно. Если будет долго, кидайте в нас гранаты. Нет, я сейчас начну графику менять. Я начну менять гравитацию. Ну вот видишь, вот, о чем я говорю. ОлТВ! ОлТВ, ОлТВ, гусанёчек! Ну блин, ну я не хотел. Дэн победил, ну понимаете, тут полный рандом. Ну мы ж веселимся, правильно? Готовы все? Это мои талисманы. Да. 3, 2, 1. Раунд номер 2 начался. Все стоят на месте, потому что боятся. Гравитация маленькая, машина, смотрите, что... Все, еще один улетел! Отлично, потолкни его, потолкни. Ну что ты делаешь? Нифига себе, видели, что он на зеленой машине чудодул? Дима, помоги, пожалуйста. О, я вам помогу сейчас. Кто вылетит за карту, тоже проиграет. То есть за забор вылетать тоже нельзя. Да, ты что, как ты хотел, вылететь за забор и выиграть? Да. Нет, так нельзя. Не, ну ты крыса. Смотри, как я могу на дыркой пролететь. Вы видели? Это было очень опасно, но возможно. Да. Так, давайте посмотрим, кто еще у нас хочет вылететь. Вот, я вижу жертву. Иди сюда, иди, не бойся, я тебя не буду скидывать, я тебе обещаю. Ну! А тихо, успокойся, Денчик, я ж тебя не хочу скидывать, понимаешь? Нет, пожалуйста, я тебе кое-что дам, я тебе обещаю, я тебе дам кое-что, ну не надо, ну пожалуйста, ну не надо, ну Дэн, ну блин, ну ёкалэ мэнэ какала. Да я поддался специально, блин. Ну ладно. Да блин, я не хотел поддаться. Красиво меня заборол, вот честно. Ну, блин, проиграл. А у тебя просто тут стоит. Ну, мы сейчас делаем гравитацию по-другому. Вот, улетел! Прощай! Красиво улетел, искры такие фигачат. Вы все вчетвером между собой связаны. Падает один, падает все. Вот теперь посмотрим, кто последний останется. ОлТВ, эй, ты что делаешь? Нельзя так делать. Красиво ты висишь. ОлТВ. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, ОлТВ, ты победил. Нет, я выйду. Ты выйдешь, да? Нет. Да блин. Третий раунд, и мы договорились, что мы сейчас все должны скидывать ОлТВ. ОлТВ, ты готов? Идите отсюда, не надо. Эй, стоять, иди сюда, все, давай. Ну смотри, тихо, не тихо. Хочешь, да? Тихо. Ой, извини. Блин, надо было все-таки тебя скинуть. Это, блин. Помогите тому челику, его надо уронить вниз. Давай, скидывай его. Вот, давай. Ну. Дай ему. Сейчас тоже упадет. А блин, за что я там зацепился? Так, Кингафер. Все, большую машину тоже скидываю. Все. Красиво вы вдвоем улетели, мне понравилось. Так, давай, я помогу тебе. Так, куда? Посмотри, ну джип ДБЛ.
Так, надо веревками зацепить его. Сейчас я его зацеплю веревкой и вытяну. Так, смотрите. Стой. Так, где мои веревки? Давай мне, у меня машина мощнее. А где ты? Вот я белый. Все, тяни его. Все. Во, молодчик, давай. Все, давай. А я его буду тут поддевать и скидывать. Ну! Я вместе с тобой полечу вниз! Я заради такого готов пожертвовать собой! Вот это было прикольно! Так, смотрим. Во! Красиво! Кто победил у нас? Так, это... А там не видно никого за рулем. Не, это Гусь Дума. Реально не видно. Ну, Гусь Дума, ты выиграл. Конец. 3, 2, 1. Раунд, когда можно было брать любую машину. Комбайн просто сразу ушел. Смотрите, как он поменял свойства. Ты хочешь меня сдвинуть? Не, чувак, это так не работает. Ну, говно работает! А ё-моё, да смотрите! А я лечу себе вниз, свои фары включу, чтобы веселее было. Ой. Что там за мухи? Говно какое-то летает. Хорошо, хорошо. Блин, вот это она глубочайшая просто. У тебя машина как игрушечная управляется, как не настоящая. Он просто всех таращит. Так, а это что, на полицейской машине тут стал, да? Ну и правильно. Я считаю, что это... Ого! Просто улетел вниз! Красиво. Это был трехочковый. О, смотри, что он делает. Это его сейчас челепиздрика скинет. Ну надо. Надо. Блин, ЛТВ, все нормально? Все хорошо? Да ведь я случайно не ту ботанку. Да я понял. Ого, у него с головой какие-то проблемы. Так, это у нас гусанек 100% на синей машине. Туда. Есть! Все, проиграл. Вылетел. Вот твое свойство машины. Не умеешь ездить? Не езди вовсе. Если я сейчас выиграю, то я буду вообще делать. Так, гусанек, подъезжай. Я сейчас буду вас веревками скреплять. Нет. Давай, тяни его. Давай, до ямы. А, я случайно вышел. Я проиграл. Блин, надо ближе. Давай веревку меньше сделаю. Давай меньше. Так. Понь. Быстрее. Давай, все, давай. Да блин, не туда стой, да я специально. Во, давай. Да блин, я ему помог, наоборот. Молодец. Непонятно ничего, но очень интересно. Ой. Блин, что за бред творится? Гусанёк, ну что вы делаете? И этот сейчас полетит вниз. Нет, я не полечу. Давай, ты их сможешь вытащить. Давай. А что с веревкой? А тут что-то застряло. Ребята, тупая физика пропов, да? Смотрите, какую я сейчас тачку возьму. Это мне дает очень большое преимущество. Я буду ездить просто по головам. Раунд начался. Вот сейчас я покажу, как надо. Слышь, ты комбайнист? Отвали от меня. Экскаваторщик. А, вы поменяли свойства. Ну, естественно, мало. Нет, я отъеду. Это так не работает. Каша-малаша! Так, сейчас я начну скидывать всех. И в этот раз хочу красиво всех повалить. Я хочу выиграть на самом-то деле. Сколько ж можно проигрывать? Нет! Я скажу, что буду по головам ездить! Получилось, а моя тактика сработала. А вот тебя я скину, щенок. Нет, пожалуйста, ну нет! Еще за мной кто-то падает? Не, я один, что ли? Ого, он повис тут, а, красавчик. Ну что, давайте скидывайте, комбайнист, тракторист, скидай этого челика. Чуть-чуть подденьте его и все. Ну, права купила, ездить не купил. Блин, так искры фигачат, красиво улетел вниз. Ну, давай. Поддевай его, он уже не выйдет, колеса, видишь, 50 в воздухе. Чуть-чуть поддень. Так, еще чуть-чуть. Все. Красиво сальтухи закрутил. Так, у нас еще тут осталось 4 машины. Кто же из них будет победителем? Так, ЛТВ. Ого, у тебя машина изменена свойства. Как жужжик какой-то работает. Да он установил так, если он это моментально останавливаться может. Это нечестно. Честно. Правила одни для всех. Кто мог бы так само сделать свойства, как и он? Никто ж не додумался. Ну видишь, а ЛТВ сейчас вылетит с карты опять. Вы не так ездить. Опять в углу, да? Видите, как они шкерятся? А где моя веревка? Так давай веревку сюда. Давай я его сейчас... Вот кто будет стоять в углу, будем наказывать. Так, чтоб в углу ты не стоял, веревку на тебя мы подцеплял. Надо, чтоб кто-то ближе подъехал, я его прицепил. Давай ко мне. Ну все, твоя лафа кончилась. Давай, тяни его. Как только он начнет падать, я веревку удалю. Шо ты лысый? Плаки-плаки?
Все, Дим, я его зажал, он не выйдет. Я вижу. Все, кстати, его свойство машины, это там как бы полномочия, все. Ты понял, да, этот мемчик? Ага. Все, я тебе не дам выехать, пока никто не выйдет отсюда. Ну помогайте ему, давай. Так, развернись в другую сторону, чтобы ты его потянул туда. Сейчас мы по-другому сделаем, стой. Давай. А теперь тяни его, ты можешь его... Скидай его! Ну, давай! Ага, у него моща, даже веревки не хватает, мощи, порвется. Ну, давай, тяни! Ты никак. Давай к тебе прицеплю, ты его потащишь. Так. Давай, тащи. Две машины сразу. Нифига себе! Не хватает мощи, вот это он ее изменил свойство. А ну ты ближе, огурец, подъезжай. Сейчас к тебе подцепим. Будете втроем его тащить. Ах, о! Ты, блин, все, он вырвался. Вырвался, да? Слаб. Так, удалил веревки. Все, повис! Красавелла улитейшн. Нифига себе он резвый. Прям как-то аномально машина ездит. Надо как-то объединиться против этого смельчака. Зачем? Мы сейчас кое-что сделаем. Надо. Опа. Правила меняются. Так, уже сейчас его... Вот эта функция быстро стартовать может повлиять на то, что он вылетит с карты. Ой-ой-ой, аккуратно. А ты... О, один улетел вниз! Так, вас двое осталось. Кто же выиграет, ОлТВ или Гусанёк? Я ум, он сила. Ну, давайте проверим, насколько ты ум, а он сила. Ну, что ты ОлТВ, плаки? Все, давай его попробуй скидывать. Вот так вот. Отлично. Во! У-ху! Все, сам в яму летит, смотрите! Ну! Вот, Гусанёк, ты ум. Все правильно. Все. Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Всем пока! Всем пока!